В Германии его знают все, ведь он возглавляет правительство самой крупной в Германии федеральной земли Северного Рейна-Вестфалии. А вот россиянам имя 59-летнего Армина Лашета до недавнего времени ничего не говорило. Однако именно он в этом месяце стал одним из самых влиятельных политиков в Германии. А в будущем эта роль может возрасти. Ведь в январе Лашет не только занял пост главы Христианско-демократического союза, который ранее занимала Ангела Меркель, он еще и один из двух самых вероятных ее преемников на посту канцлера. Одно из первых заявлений на тему внешней политики после избрания председателем ХДС Лашет сделал по поводу ареста Алексея Навального. И оно весьма жесткое. Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за немедленное освобождение Алексея Навального. В тюрьме должен сидеть не Навальный, а преступники, которые совершили покушение на его жизнь. И мы ожидаем всеобъемлющего расследования, кто были эти злоумышленники, и они должны быть брошены за решетку. Лашет в политике давно. Из 59 лет более 40 состоит в ХДС. Но внешняя политика не самая сильная сторона Лашета, считают эксперты. Ранее он подвергался критике за слишком сдержанные заявления в адрес России. Один эпизод припоминают Лашету чаще всего. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, он заявил о захлестнувшей Германию волне антипутинского популизма и призвал учесть положение партнера по диалогу. Тем не менее, Лашет поддержал санкции против Москвы и в 2019 году в интервью ДВ подтвердил, что время для их снятия еще не пришло. Конечно, аннексия однозначно нарушает международное право. Непозволительно снова менять границы в Европе. Однако отношения нужно строить не только на этом конфликте. Время для снятия санкций еще не пришло. Тем не менее, уже сегодня нужно говорить о том, как сделать их излишними. Тем не менее, некоторые его критики восприняли даже эту позицию как недостаточно критичную и припомнили Лашету его прежние заявления накануне выборов нового лидера ХДС. Лашет удивил настолько большим пониманием действий России, что приобрел имидж понимающего Путина. После аннексии России украинского Крыма Лашет утверждал, что демонизация Владимира Путина – это не политика, а отговорка в связи с отсутствием таковой. Лашет на онлайн-выборах главы партии с небольшим отрывом победил основного конкурента Фридриха Мерца, который делал ставку на сближение с США. С избранием его даже поздравил по телефону президент Украины Владимир Зеленский. В этом разговоре Лашет подчеркнул, что Россия ведет неприкрытую агрессию на востоке Украины. В отличие от другого потенциального кандидата в канцлеры Германии Маркуса Зёдера, Лашет еще не совершал официальных визитов в Москву. Но кто был бы менее удобным партнером для Москвы, Зёдер или Лашет, эксперты прогнозировать не берутся. В целом, многие прогнозируют, что с избранием Лашета председателем ХДС можно рассчитывать на продолжение политики Меркель во внешней политике, в том числе в отношении России. Стоит отметить, что в 2019 году Армин Лашет проявил интерес к России. Он не только приехал на форум гражданских обществ Германии и России, который проходил в Кёнигсвинтере под Боном, и провел на нем несколько часов, но и встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Сегодня Лашет говорит и о сотрудничестве с Россией. С Россией у нас сотрудничество в научной сфере, в экономике, в энергетике уже 50 лет, в том числе в труднейшие времена холодной войны. Я считаю, что наша позиция должна быть четкой и базироваться на ценностях. Я уже упомянул дело Навального. Однако, несмотря на это, необходимо искать сферы для сотрудничества, к примеру, Парижское соглашение по климату. Без России он будет действовать лишь в полсилы. Поэтому это одна из сфер, в которой мы должны сотрудничать, чтобы прийти к хорошим решениям. Лашет пока не ставил под сомнение продолжение строительства газопровода «Северный поток-2», хотя некоторые немецкие политики требуют остановить проект в ответ на отравление Навального и отказ российских властей расследовать это совершенное в России преступление. Лашет же чаще защищает «Северный поток-2» и критикует США за санкции. США, между прочим, получают также большие объемы энергоносителей из России. Вот только вопрос обеспечения энергии Германии решать в конечном счете самой Германии. Deutschlands ist am Ende eine Frage, die Deutschland entscheidet.
Выборы в Бундестаг намечены на сентябрь, но кто станет кандидатом в канцлеры от правящего в Германии ХДС Ангела Меркель, может стать ясно уже в ближайшие недели.